Пошла жара. Total War Arena — это онлайн-стратегия, где не придется тратить время на рутину развития. Динамичные бои, тактические хитрости, 4 фракции и новая карта капы городской застройки уже доступны. Плюс летние скидки и распродажи на премиум-отряды. Регистрируйся по ссылке в описании, вводи инвайт-код и получи 500 золота и 7 дней премиума в подарок. Веди свои войска в лобовую атаку и устраивай засады. Сражайся и побеждай на новой карте, используя уникальные тактики легендарных полководцев. Всем привет, ребят, с вами снова Райан. Я очень рад приветствовать вас на своем канале. В этот замечательный денек добро пожаловать на «Угадай песню» челлендж. Но сегодня у нас не обычный «Угадай песню», а сегодня у нас «Угадай песню» по мелодии. Как по мне, это просто, ну, ультрасложный вызов. Я на самом деле не каждый день слушаю музыку, но популярные песни я, в принципе, знаю, как звучат, но, может быть, не так хорошо, как хотелось бы, и, возможно, этот челлендж для меня будет, ну уж, очень сложным, и я не знаю, сколько песен я угадаю. Ну и я даже не знаю, что из этого получится. Также давайте выполнять этот челлендж вместе. Загибайте пальцы, если вы угадали песню, если вы ее узнали, и по итогу мы посчитаем с вами, кто сколько угадал. Пишите также об этом в комментарии. В общем, погнали! Я знал, это она. Точно, это Лобода. Ну, ладно, не считается. Так, это что-то похоже на Крида. Мотивчик такой, как у Крида. Нет, я не угадал. Это не Крид, это Ирина Темникова. На самом деле сложно, ладно. Не знаю, Крид? Хоть бы Крид. Да, я угадал Крид, но я не знаю, что за песня сама. Слеза, первый раз слышу на самом деле. Не знаю, честно, не могу сказать. Я беспомощен. Ничего не приходит на ум. Как? Вы узнаете мотивчик, смотрите. Минимал. Да, это ж минимал, точно. На баре синие мы танцуем. Да, что-то есть, но опять я не угадал. Нет, не то, это что-то другое. Этого я не знал вообще. Понятия не имею вообще, кто это такая. Я такое не слышал. Моряком мой парус развивает. Это Федук моряк. Говорил, я был моряком, парус обдувает тысячи. Макс Барских. Шу, да, это уже третий раз. Это я не помню. Не, я бы не угадал никогда. Молли. Так. Что-то знакомое. Та-да-да-да-да.
Не, не угадала бы, но у Бузовой такой тоже мотивчик, мне кажется, во всех этих вот ее треках. Так, погнали дальше. В прошлый раз я только 3 угадал. Напоминает Макса Барских, знаете? Вот это... На-на-ра-на. Твою любовь, та-ра-та-та. Угадал. Понятия не имею, что это. Я не знал вообще, что Ани Лорак это. Первый раз слышу. Я что, настолько отстал, что я не узнаю эту песню? Не, Диму Билана я бы никогда не угадал. Я даже не понял, мне кажется, вот эта мелодия просто не совпадает. Я бы не угадал никогда Егора Крида здесь. Ладно, дальше. Ни одну песню сегодня не отгадаю. Вообще. 4 за сегодня. Я не знаю, что вот это. Что-то знакомое. Била... Нет... Не Билан. Или... Нет. Я думал, это, знаете, последняя песня Билана. Про свадьбу. А это Нюша была. Не угадал. Опять я не знаю. Виагра. Попробуй теперь догадайся. Я не знаю, что вот это опять. Серьезно, это просто невыполнимый для меня челлендж. Я просто такое даже не слышал. Пишите в комментариях, если вы вот все вот гадали. А, ну это Ханна вроде. Но без тебя что-то там. Да. Да, это Ханна. Я угадал. 5-е. Это я знаю. Что-то знакомое. Такой вот бит. Где-то я его слышал. Это LJ, нет? Да, LJ, но я не сказал какой. Не знаю, 5.5 пускай будет. Это мои танцы. Нет. Не знаю. Я бы не угадал. Что такое?
да, думаю, что что-то знакомое, и не угадал все равно, Вроде монатик, вроде все знают его. И это, я думаю, вообще как-то вообще сложно. Угадал все равно. Это серебро. Не отдам. Да, я успел. 6. Маршрутка часто играет. Нет. Что-то такое. Может, я знаю это. Ну, что-то... Нет, я бы не угадал. Ну, может быть, догадался, что это пицца, но назад... Нет, не слышал. Вот это что-то напоминает. Что-то известное, мне кажется. Вот это что-то известное. Но я не помню. Да, это ёлка, но... Да, ребят, сегодня просто ультрасложный для меня челлендж, это просто видос без какой-либо подготовки, просто тупо я включил, не отготовился, имею в виду, музыку не слушал, да, все эти популярные песни, чтобы угадать на видео, показать, что я все знаю. На самом деле, я все не угадал, всего лишь 6,5 песен, LG, да, я не знал, что это ультрамариновые танцы, поэтому половиночка, да, сегодня 6,5 песен, из 9 в прошлый раз было, а здесь их вообще 18, то есть я... Из 27 песен угадал всего лишь, ну, грубо говоря, 7. Это как вообще? То есть вообще практически вот эти песни, вот все, я не знаю, ребят, сколько вы угадали, пишите в комментариях, я их практически некоторые просто не слышал. Так что вот так, ребят, пишите в комментариях, сколько вы отгадали, я угадал 6,5 песен. Но еще также можно сказать то, что этот видос и познавательный, да, то, что я узнал, допустим, о некоторых песнях, которых я раньше вообще никогда не знал, и надеюсь, вы тоже. Так что, ребят, не судите строго, что я некоторые песни вообще не узнал, фактом то, что я угадал всего лишь 6,5 песен, имеет место быть. Так что, ребят, еще раз скажу, пишите в комментариях свой результат, ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь, если оказались здесь впервые, чтобы ничего не пропускать на моем канале, рассказывайте также об этом видео своим друзьям, чтобы они тоже прошли вот такого челлендж, я думаю, им понравится. Вот, ну а с вами был, друзья, как всегда, Райли, желаю вам всем удачи, оставайтесь такими же классными, никогда не болейте, берегите обязательно себя и своих близких, хорошего всем настроения и увидимся в новых видео. Пока!